Всех вас, друзья! В сегодняшнем видео у нас будет сравнение двух акустических систем Yamaha 1000X, они у нас прикрыты сеточками, и Yamaha 1000M. Вероятно, такое сравнение уже где-то было, но в комментариях читал, что не было. Вот сделаем. Вместе с вами получу этот новый слуховой опыт, так как в лоб их не сравнивал. Хотя длительное время слушал и те, и другие колонки. В принципе, предполагаю, в чем будет разница, но посмотрим. Значит, также хочу пару слов сказать по поводу АЧХ в этом видео. Ну, точнее, о том, какие методы съема, какое влияние компонентов на этот съем, ну и так далее. То есть поделиться своим мнением, не более того. На это меня сподвиг один из комментаторов. Речь абсолютно не о том, что я хочу человеку что-либо доказать. То есть есть люди, которые твердо стоят на своем, даже не имея почвы для этого. Их не сдвинуть, в этом задача не стоит. Просто, скажем так, делюсь с вами, со всеми, кто меня смотрит, своим личным мнением, да, то есть, если кто-то его поддерживает, ну, пишите в комментариях, как вы считаете, правильно ли я рассуждаю или нет. Если вы не поддерживаете, ну, также можете свое мнение высказать в комментариях, желательно, конечно, чтобы оно было хотя бы чуточку, но обоснованным. Значит, сейчас у нас колоночки Yamaha 1000X подключены к усилителю Luxman M05. Прежде чем мы перейдем к сравнению колонок M-ок с X-ами, мы сравним разницу звучания и влияние как таковое, значит, усилителя на тракт. Да? То есть я сейчас Luxman отключу и подключу Sansui. Ну, для начала я включу один трек на X-ах, еще один, и его же включу на Sansui. В самом начале ролика вы слышали задержку по звуку. Это, соответственно, у меня был телефон без микрофона выносного. То есть он писал на свой микрофон встроенный. Далее я подключил выносной микрофон. Ну, соответственно, случилась разница в качестве звука. Я бы даже сказал, не в качестве лучше-хуже, а в качестве как таковом, имеется в виду в характере звука, он явно изменился. Вот, но сейчас перейдем к прослушиванию трека, на котором у нас будет явная разница от смены усилителя на влияние звука, так сказать, ну, на наше восприятие. Just in our world, trying
Усилитель постарался плюс-минус как-то скорректироваться по звуку, может будет чуть громче, чуть тише. Ну давайте попробуем сосредоточиться не на громкости как таковой, а на характере, который явно как-то доизменился. Я даже сейчас не буду брать во внимание тот факт, как он изменился. Ну, опустим этот момент. Очевидно лишь то, что он явно изменился. То есть изменилось соотношение средних, высоких, низких, характер звучания. Ну, будем говорить так, перевернулось все с ног на голову, да. То есть неплохо ни то, ни другое, по-своему прекрасно и то, и другое. И тем не менее, это... разная подача, абсолютно разная. То есть как будто бы это мы просто включили две разных записи, записанные в разное время, и звукорежиссер ставил абсолютно разные задачи перед собой, да, которые он, вероятно, прекрасно выполнил и в том, и другом случае, однако мы меняли всего лишь усилитель. Ну, как всего лишь, то есть, ну, имеется в виду компонент-усилитель, да. А также, если мы изменим источник, мы также получим новые, скажем так, коррективы, которые внесутся в эту всю историю. Я уже не говорю, если мы изменим источник принципиально, то есть не просто будем менять CD-проигрыватели или любые другие цифровые источники, там, DAC и так далее, да, а перейдем на ленту, например, или перейдем на винил, мы везде получим разные результаты. Вот. А, собственно, все это к чему? А все это к тому, что какое понимание нам даст очиха, которую мы снимем с колонок. Значит, смотрите, если мы снимем в домашних условиях очиха с колонок, то у нас будет влиять помещение в первую очередь на наш результат. Элементарно в моем помещении у меня есть окно, у меня есть ворота, у меня есть дверь в подсобное помещение, у меня есть куча коробок, которые вот тут вот наставлены, да, и являются демпфирующим фактором, да, то есть если я их уберу, звук изменится, если я их переставлю, звук изменится, закрою ворота, звук изменится, закрою окно, звук изменится. Мы с чем будем эти данные очиха сравнивать, да, то есть я могу записать на микрофон, который сейчас пишу, могу его снять в начале ролика, вы уже могли заметить разницу. То есть становится очевидно, что данные, которые я могу снять в виде очиха, неважно с помощью какого устройства, это данные, ну будем говорить так, для домашнего использования. То есть, к примеру, если я хочу
переставить колонки с одного места в другое место, и мне интересно подтвердить свои догадки о том, что меняется в звучании, я могу еще дополнительно сделать съем, то есть как они стоят сейчас, или, допустим, я их расставил пошире, там поуже, подальше, и с точки прослушивания снять еще раз и сравнить эти графики, да, и понять, что изменилось. Ну, точнее, как бы у меня уши есть для того, чтобы понять, да, а с помощью графиков я могу это подтвердить или опровергнуть. Поэтому мое убеждение, что человек, который просит показать ему какие-то графики, он абсолютно не понимает, для чего эти графики делаются. Ну, то есть, чтобы эти графики имели вес, они должны быть сделаны в специально подготовленном помещении, они должны быть сняты с помощью специального оборудования, которое подтверждено, ну, что его класс точности там определенный, да, и так далее. Нужно исключить влияние усилителя, да, которое сейчас мы исключить не можем, так как переключая разные усилители, мы получаем разный звук. Снимая микрофон или устанавливая, ну, то есть используя разный источник для съема, мы получаем разный звук. Поэтому объективности в графиках, которые я мог бы снять, ее абсолютно нет никакой. И опять же, допустим, вы видите график каких-то колонок, которые сняли с помощью какого-то оборудования, с помощью какого-то тракта, как вы его будете применять к своим условиям? Ведь у вас наверняка помещение иное, компоненты системы тоже иные, поэтому, ну, эту тему АЧХ, я думаю, что вот можно закрывать. Я, честно сказать, что выписал побольше всяких себе данных, и тем не менее, также я просто извиняюсь, может быть, даже... Нет, я даже не извиняюсь перед теми, кто и так это все понимает. Потому что, ну, есть люди, кто не понимает. Опять же, все это я для чего говорю? Для того, чтобы люди... Для того, чтобы переубедить тех, кто в чем-то сильно убежден и пытается спорить. А для того, чтобы тем людям, которые ничего не понимают, почитав какие-то комментарии или еще что-то, ну, не сильно заблудились, да, опять же, я ведь высказываю всего лишь свое мнение, которое, конечно же, можно оспорить и не прислушиваться абсолютно. Вот смотрите, про подвесы, вот, ребят, сколько я говорил, ни в одном видео, да, я говорил, что, ну, ребят, обработайте правильно, будет у вас нормально все с подвесами. Да, их нужно раз в несколько месяцев, в зависимости от погодных условий, температуры, влажности и прочего, нужно раз в несколько месяцев обрабатывать. Но, тем не менее, это не значит, что их невозможно обработать, понимаете? Ну, опять же, люди где-то услышали, что все у диатонов подвесы — это там мрак, смерть, там с ними возиться. Вот сколько мне людей звонит, там за диатоны разговор заходит, все. Не, диатоны, подвесы, ну, ребят, вот стоят пионеры 180-е, троечка. Вот стоят 180-е, ашечка. У них родной подвес ППУ сказал до свидания много лет назад. И там сейчас стоит мененный подвес. И это, ну, объективная реальность, понимаете? Если вам не нравится мазать подвесы на диатонах, ну, поменяйте их, в чем проблема? Да, ну или не рассматривайте эти колонки, опять же, никакой проблемы. То есть, ну, просто глупо упираться в подвес как в проблему. Это сейчас не задача пропиарить там диатона, а просто как бы задача внести какую-то ясность, потому что, ну, бесит, когда люди, знающие что-то, это, знаете, есть такой анекдот. Встречаются два друга, один говорит: слушай, слушал вчера, как Каруза поет, вообще не понравилось. Да, а где ты слышал? Да, Васька с соседнего подъезда напел. Вот та же самая история, понимаете? Слышу звон, да не знаю, где он. То есть что-то услышал, все, принял на правду, вооружен, информирован. Дальше приводят в пример, я сейчас быстро это закончу, эту браваду, перейдем к сравнению колонок. Дальше в пример приводят, значит, Дениса стереотест, типа посмотри, вот
вся правда о диатонах туда-сюда. Ребят, но опять же, приводят с какой точки зрения? Типа вот, ну, хотят еще раз сказать, что диатоны говно. Ну, вы, видимо, как-то не с той стороны смотрели видео этого Дениса, да, во-первых. Ну, о чем Денис говорит? Денис говорит о том, что он меняет подвесы. Соответственно, он вам может оказать эту услугу, так? Он изготавливает кроссоверы, занимается этим профессионально. Соответственно, он с помощью графиков до и после показывает вам, насколько улучшится звук ваших колонок с помощью его волшебных кроссоверов. Я нисколько не сомневаюсь, что он большой специалист, однако та работа, которую он проделал в видео про диатоны, ну, она исчисляется скорее не в десятках, а в сотнях тысяч. То есть там цена, скорее всего, от 100 до 200 тысяч. Причем это, возможно, цена только компонентов, не говоря уже о том, сколько стоит работа. Поэтому говорить о том, что, ну, опять же, он эту работу проделал, если бы колонки были говно, то какой был бы смысл в них вкладывать такие деньги, да? Если они стали несколько лучше после такой проделанной работы, большой вопрос, они стали лучше вот на ту сумму, которую туда вложили? Это уже определит сам владелец. Ну, то есть, я это лишь хочу сказать для того, что, опять же, вы посмотрели видео, где человек, ну, будем говорить, рекламирует свою работу, да, то есть, он показывает, что он может изменить, что он может сделать, насколько это становится лучше. Вы почему-то воспринимаете это как доказательство того, что колонки изначально плохие. Если бы они были изначально плохие, их не было бы смысла улучшать абсолютно. Вот, ну, пожалуй, на этом я закончу. И, в принципе, больше, я думаю, возвращаться не буду к спорам и общению через общие видео с комментаторами. В принципе, опять же, задачи перед собой кому-то что-то доказывать я не ставлю. Просто, ну, просто говорю, как есть, как думаю. А дальше вы уже там сами определяйтесь. Перейдем к сравнению колонок. Первыми у нас будут 1000X, вторыми будут 1000M. Llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque es muy despreciado. Por eso, no te pregunto nada. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Vende, vende, vende. Майкла Джексона включу, поярче звучок там будет, самому интересно. Так, по-моему, семерочка, это сейчас будут эмочки первые.
Сюда не очень хорошо получилось послушать, вникнуть, но все очень рядом, я честно скажу. Тут как бы вообще речи о том, что там 1000X разрывает мониторы, такого, об этом речи не идет. Однако звук разный. У иксовых колоночек чувствуется, скажем так, больше акцент на нижний регистр. Высокие и средние частоты поспокойнее звучат. Вот. У М-ках, у М-очек у нас высокий и средний регистр более такой яркий, цокающий, цыкающий. Звук кажется более драйвовым. Ну, собственно, наверное, речь идет о разнице в настройке кроссовера. Конечно же, у них разный низкочастотный динамик, в том числе и поэтому кроссовер разный. Ну, в общем, скажем так, вот и вся разница, да, будем говорить так. Кто-то дразнится, а кто-то не дразнится. Вот. Кому чего, как говорится. Опять же, не будем забывать, что для многих внешность имеет значение, да, имидж и так далее. Вот. Но на прощание включу Джо Дассена нам. Уже колонки не буду переключать, извиняюсь. Вот так вот. Все не с первого раза. Да где ж ты там? Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Кстати, друзья, хочу добавить небольшой комментарий. Как видите, в этом треке абсолютно нет какого-то там баса, да? Ну, как такового, за который можно было бы зацепиться. Зато здесь есть тембральное богатство голоса, да? То есть он этот сингл там или как песня, она построена именно вот на голосе, да? И здесь чувствуется, что на эмочках голос такой более тонкий, что ли, да, то есть у него меньше вот этого вот тембрального богатства, то есть на, ну, вот я не знаю, там бас, баритон, все вот эти дела, да, но на иксах как будто бы у Джо Дассена голос пониже и так вот пошире звучит, короче.
То есть, тем не менее, ну, смысл-то в чем? Смысл в том, что вот эта вот разница кроссовера, который там устроен в колонках, она вот и такое имеет еще значение, а не только на бум и бам. Вот, благодарю вас за внимание. Ролик у нас получился не короткий, но как смог. Смотрите, кому интересно. Значит, вот этот источник у меня уже отходит. Но пока он не отошел, в общем-то, вот. Нет, не вот. Короче, есть тройки X33, 333. Вот эти вот 333. Вот это вот все. Очень похоже на то, что вот здесь. Ну, разумеется, они у нас отличаются мордочкой, да? У нас тут еще семерочки подъехали. Есть вообще еще диковинка, так сказать, не из наших краев, не из соневских. А вот. Будем сравнивать, короче. Ну, для начала мы сравним линейку соневскую всю. Поймем, что да как и почему. Ну, а потом уже будем сравнивать высшее с высшим. Но это чуть позже. Благодарю за внимание. До новых встреч.